Здравствуйте, я хочу вам рассказать, как сделать такую вазу из шишек. Для начала берем 10 шишек и склеим их между собой с помощью горячего клея. Таким вот образом наносим и приклеиваем. Опять наносим клей на боковую часть шишки. И дальше приклеиваем таким образом, чтобы получался круг. Опять берем шишку, наносим клей сбоку. И приклеиваем. И так склеиваем между собой 10 шишек. Вот мы склеили круг. Также приклеим второй ряд шишек. Наносим клей. И приклеиваем шишку. Опять здесь со стороны шишки наносим клей и внизу. Вот таким образом мы делаем второй ряд. Таких рядов мы должны сделать 6. Вот мы сделали 6 рядов. И теперь последний ряд, мы берем шишки, вот такие в 2 раза больше, и также их приклеиваем, чтобы они выступали за вазу. Такой будет ряд большими шишками, также с помощью горячего клея. Вот такая получается ваза. Теперь для дна нужно подобрать шишки и вклеить их этой стороной вниз, чтобы ваза стояла ровно. Дно готово. Осталось покрасить вазу краской из баллончика. После покраски получается такая ваза, в которую можно ставить или сухие цветы, или искусственные, или еще что вам понадобится. Спасибо всем за внимание. Смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. До свидания.